В Калмыкии за минувшую неделю произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибло, пострадало 16 человек, в том числе один ребенок. При надзоре за дорожным движением задержан и отстранен от управления 21 водитель, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. 22 октября в 08 часов 50 минут 20-летний элистинец, управляя автомашиной Volkswagen, двигаясь по улице Джангара города Элисты, при повороте на улицу Хамутникова допустил столкновение с автомашиной ВАЗ под управлением 34-летнего жителя Лаганского района. В результате ДТП в медицинское учреждение был доставлен пассажир автомашины ВАЗ.